Нет, подождите. Была какая-то шлёпка ещё побольше. Я ищу девушку, которая потерялась. Нет, эту историю мне рассказала моя подруга. У нас была девочка, которая... Ну, мне всё, знаете, кто-нибудь маленький. Нет, она никогда не была... Она никогда не была занудой. Она была хорошей подругой. В общем, ребят, вот такие вот новые... Некоторые с ней дружили, играли. А некоторые, как вот он, не играли с ней. Но когда переселили нас в школу, то случилось это. Ее убили. Вот тебе до исторических шлёп. И я поняла, кажется, ежа я перепутала вот с этим ленивцем. Так что да. Похоже на ежа. Ну да, мордочка. Ну, в общем, ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео и новые скины. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Что же мне еще делать без такого парня, как ты? Ты, Кенни, ты же была самой умной в нашем классе. Нет, меня убили год назад. Не помнишь? Самый жизненный скин в шлёпках. Если вы согласны, ставьте лайк. Он просто вырос. Я с Алиэкспресса. Капец, это выглядит очень классно. Мы создали новый скин. Всем привет, котята, меня зовут Лана, и это снова никогда не будешь, когда такой, веришь, как все. Все, уверен. А я же здесь не был. Не, мне надо точно прыгать туда, да, точно. Не смотри, мы закрываем, не смотри. Я в углу постою, вы принесите мне, пожалуйста, несколько морфов, чтобы, ну, нет, мы сейчас все вместе пойдем их искать. Не, не надо, просто. Помимо тех морфов, которые не нашел еще Ёши, то есть все, есть еще новые. Мне все равно. Ну да. Так что давай искать. Ну а я потерял девочку. Давай искать. Такая глупенькая. И сейчас вы про Маркин. Ты зашла? Что, так быстро? Да, ну а я бегаю или не бегаю? О, я бегаю. Ну что, да, вот тут. О, это самый, которого я не мог найти в своей игре, в своем видео. Да. Да. Я смотрю, Ёши изучает Ёши лампа. Да, познаю мир, я лампа. А ты видел, что у тебя сзади ящик? Очень классная тумба. Да, конечно. Кстати, только благодаря... Да, никогда ты не будешь такой, как все. Все, но Мари самая лучшая девочка в нашем классе. Правда? Да. Смотрите. У нее выше баллов, чем у всех. Да. Она никогда не забывает. Я бы не знала, просто раньше этого. Ничего. А вы, Паша, её убила. Ну да, но кто смотрел? Мне не важно, она не моя дочь. Я всегда смотрела. Все тогда ходят. Ладно, я не смотрела. О, это я. Чего? Все, это я. Классный, посмотри. Монзелюшка, смотри. Это я. А ты что такой злой? Я злой, я такой. Видите, он только-только встал с кровати, и он спать очень хочет. Это буквально я, подождите, это я, да. Не, мне никогда никто не говорил такое. Я, ты, не, их же брошенька, ты уверен? Мне никогда не верю тебе. Сплю. Ты только убьешь тебя. Правда. Ты врешь, мои такие глаза красные. А видите, у меня такие красные глаза, потому что я не выспался. Не выспался жутко. Тебе кажется, что ты только она здесь, конечно. Потому что там же ножки у него спрятаны под одеялком. Да, конечно, потому что чтобы тепло было, как иначе. Блин, призраки какие-то приходят спать, мешают, капец. Капец вообще. Так, ну что, пока что это один из самых топовых скинов. Но Ёши ты вообще все не видел, поэтому надо найти, помимо новых, надо найти вообще все. Желательно. Я как-то залезла, капец, куда. А что тут у нас? Ой, Ёши. Да. Ёши. Я не могу его взять. Ёши. А он у нас есть. А, да? Ага. Подожди. Он очень страшный. Тимати Флоппа. Он очень страшный. Да. Но это паук. Ничего его себе. Так зовут вроде бы. А, да. Ну да. Ну да, да, ну просто смешно. Так, надо сейчас. Никогда не забывай, что ты единственный из нас, конечно. Смотрите, это шлёпа. Это даже нам было помогать. Почему ты другим помогаешь? А что? Вы никогда не могли быть такими, как я? Можете сразу же признаться. Я вам фея. Всегда. Хотя, если вы умрете,
Я вас не буду ненавидеть. Буду ненавидеть. Ну, я не знаю, возможно. Да, так, Ёша, ты нашел пока скины, пока мы фоткались? Нет. И что? А где ты вообще? Тут. А, о, а ты тут не находил скино? Тут. Тут должны быть скины. Пойдем. Пойдешь со мной? Пойдем. А мы сами потерялись. А где скины? Тут же были скины. Нет, мы что-то упустили. Заходили, вы что? Мы что-то упустили, пойдем назад. Мы там через эту штуку, которая Мне больше всего интересует, почему твоя дочка всегда тебе должна слушаться, потому что это моя дочка. Я понимаю, что это твоя дочка, но может и мир где-нибудь свой весь. Не убивай ее. Я тебя убью, мамаша, бестолковая. Они берутся, наглецы. Они злые. Так, еще раз, давайте. У нас все больше фиолетовых. Не выспавшийся шлёп. Ты когда-нибудь сказал мне, что ты будешь моим другом, конечно. Но это не случится никогда, ты же умудришься. Отлично, пойдём. Шая. Какой шкаф? Покажи. Вот там шкаф. Тут шкаф. Ёша, это вам шкаф. Классно? Что ты так делаешь? Уля, ну мы вернулись чуть назад. Ты можешь там стоять, мы сейчас придём. Не важно. Я просто уже пошла вперед. А куда? Сюда. Так, ну да, нам, наверное, дальше. О, Ульян. Так, теперь Ёша потеряли. Да что ж такое-то? Да блин. Ваши. Слишком много фиолетовых. Я иду туда, где не вы. Нам надо тогда стать кем-то другим. Я грибок увидел. Ну, грибок. А мы не грибок. Я Лана. Да, понятно. Сейчас я пошла тебя искать. Стойте там. Здравствуйте, пойдем. Здравствуйте, ура! Я вижу. Ну что ж. Мне надо срочно. Это девочка. Зачем вам? Не отвечайте так за меня. Не, дайте мне мою дочку. Прыгайте, осторожно. И куда что? Вот даже так. А что? Блин, ты сделал? Я никогда не была такой, как все. Пока ты не подсказал мне про это. Да, вы всегда меня обижали. Называли рутершей. И что я теперь получаю? Кросс-бедя и самую добрую. Я всегда вас убью. Даже когда я вас не вижу. Помоги мне. Я не готова быть до такого. Пожалуйста, помоги мне. Что мне делать только? Она ушла хотя бы. А, она пришла. Ну что, готова? Ой, я тебя убью. Помоги мне. А то я умру тут. Мне очень как-нибудь стыдно, потому что он меня переодел в это. Никогда я не хотела бы этого. Ай! У нас все хорошо идет. Я согласна. Продолжаем в том же духе, да. Не, что? Это же мертвая девушка, которая умерла год назад. Опять китайская версия. Это моя сестра, да, ну. Ребят, новая локация. Да, это правда, это моя сестра у тебя. Я твоя сестра. Всем привет, отойди. И это шлёпы, конечно же. Что же это еще? И вы даже мне не так, как вы все здесь. Не, я проблема такая. Я думаю, чего он не берется? Что это? Почему я все в крови? Я так обрадовалась, что нашла его, а потом сказала, что мы должны блин. Никогда. Ульяна, я только что то же самое сделала, что и ты. Просто один в один. Я думаю, о, а вот момент об этом говоришь, понимаете? Сколько?